Всем привет, друзья! Сегодня я хочу вам показать, как исправить задний светодиодный фонарь на Mercedes 212. Многие сделали маленький вырез и укрепляли пайку диодов, двух диодов. Но я хотел снять и укрепить все диоды. И после того, как мы сняли, там у всех диодов была микротрещина. Как снять задний фонарь, ссылку оставлю в описании под видео. Я показываю вам все как есть, чтобы вы не повторяли те ошибки, которые мы сделали. Вот эту часть вырезать не надо было, потому что там есть крепление. Вот эту часть вы пропустите. Вот как мы делаем, вы так делаете, чтобы не повредить крепление. Вот видно пластмассовое крепление, эту часть вы оставите. Также мы хотели сделать небольшой вырез, чтобы снять плату, но не получился. Надо делать вырез побольше. Вы сразу уже сделаете вырез чуть больше, чтобы снять плату. Эти лампочки, раз, два, и вот это через эти трубки свет идет вот по всей длине идет свет через этих вот две трубок, и еще здесь, наверное, раз, два трубки, и здесь есть две трубки. Вот здесь надо вот эти пайки укрепить. Не смогли снять вторую плату, там нет места, поэтому
делаем вырез опять чуть больше. Я это все вам показываю, чтобы вы сразу изначально сделали вот вырез немного больше, чтобы смогли снять плату. Вот с этой стороны тоже есть две трубки, итого 4 трубки и 4 светодиода. Вот на этих диодах есть микротрещины. Это видно под лупой. Укрепляйте все эти пайки, сейчас покажем, и все будет работать. Этот процесс никто не показывал. Также снятие этих плат никто не показывал, как снять. Также сейчас покажем укрепление диодов пайками. Все, подключили, работает. Все в порядке, собираем обратно. Когда ставите, обязательно посмотрите, чтобы лампочка попала в середину трубки, чтобы ярко светила. Сначала ставите плату с правой стороны, а потом с левой стороны. Ставили плату с правой стороны, и сейчас ставите плату с левой стороны. Мы решили укрепить оба платы, чтобы они не двигались, и свет попал именно в середину трубки.
Потом смазываем черным герметиком, чтобы вдруг не остались какие-то маленькие дырки и вода не попала внутрь. Оставим на 2 часа высохнуть герметик и ставим на место. Высохла герметик. И уже можем ставить на место. И с этой стороны, и с этой стороны. Всем спасибо и удачи на дорогах.